Где ты откопал этого пацана? Расслабься, Пит. Я работаю только с профессионалами. И, кстати, на этот раз звук будет в порядке или как было в Амарило? 2 года ёбаных прошло. Вот именно. Этот новенький, он мне не нравится. Да хватит тебе уже. Просто не удивляйся, если придется нам искать замену. Новый план. Сначала смотрим дом изнутри, а потом снимаем вступление снаружи. Как мы, собственно, всегда и делаем. Кстати, не забудь упомянуть название шоу, ладно? Да, без проблем. Сегодня в ужасах канализации ждет очередная сраная срань. Нравится? Я просто в восторге. Ну что, снимаем? Давай, поехали. Дай-ка я. Да, она закрыта. После вас. Так, зачем мы сунулись в этот ад? Ты что, совсем не готовился? А к чему? К хреновому дому, к хреновым звукам? Ёб твою мать. Я, между прочим, был телеведущим. Помощником ты был. Что-что? Да ничего. Расскажи мне, Андре. Заброшенная ферма, пропавшая семья, возможно, убийство. Все как обычно. И сколько лет, по твоим словам, здесь уже никто не живет? 3 года. Клэнси, сними-ка это. Отличная перебивочка будет. Так, а семейка деревенщин пропала? Не деревенщин, Бейкеры. Джек и Маргарита Бейкеры. Они были тихими, но не отсталыми. Хотя о их сыне много всякого болтали. А, блин! И зачем я одел свои лучшие ботинки? О, черт! Хорошо, что у меня прививки сделаны. Хотя, это же отличный фон. Андре, что думаешь? Андре? 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 Клэнси, ты видел, куда пошел Андре? Да и где он? Это, блядь, невероятно. Последний раз я с ним работаю. Я имею в виду, продюсеры, знаешь ли, приходят и уходят, но хорошие операторы, как, такие, как ты, держись поближе ко мне. Это какого хуя было? Ты слышал? Андре? Где он? Андре, чувак, ты где? Какого черта? Да ты, блядь, издеваешься. Ладно, новый план. Мы найдем Андре и съебем отсюда по-быстрому. Ты первый. Я хочу, чтобы ты заснял, как я геройски спускаюсь по лестнице, так что...
Ты первый. Что видишь? Что там? Ah!